Областной центр обзаведется сразу несколькими спортивными площадками. Их откроют на проспекте Энтузиастов и Боевке. В 14 часов театральная площадь превратится в территорию силы с показательными выступлениями спортсменов, зонами единоборств и мастер-классами. Один из них проведет Тина Канделаки. А сразу после на Боевке журналистка встретится с молодежью на очередном образовательном пикнике «Зона газона». Те, кто по каким-то причинам не попадет на лекцию Канделаки, смогут посмотреть ее в эфире нашего телеканала в воскресенье в 16:30 или в нашей официальной группе ВКонтакте.